Всем доброе утро. 25 марта 2017 год. На 9 часов состояние по открытой воде. Вот. Ночью был мороз, но ветер свое дело сделал. Как бы водичка не замерзла. Есть место. Вот, вот здесь вот льды прибило сюда, который кололи лодочкой, как бы сюда все ветром затянуло, а так есть водичка, можно половить. Вот. Вот Павел ловит, одну уже поймал. Сегодня на утро как-то так. Всем добра. Спасибо.